В сегменте крупноплодных томатов, биф томатов до 300 грамм мы представлены гибридом Азия. Это тот случай, когда раннеспелость идет вместе с крупным плодом. Как вы знаете, очень редко бывает такое, что действительно раннеспелый помидор и действительно крупный плод. То есть Азия характеризуется этими качествами. Также транспортабельность этого гибрида на высоте. Также я хотел бы отметить цвет этого гибрида. Даже во втором обороте, когда недостаток солнца и тепла, цвет, ну и в принципе цвет всех юкселовских гибридов отличается насыщенным красным цветом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.